Вот вам приоритет обобщенных средств управления людьми, и вот из всей этой совокупности приоритетов мы сегодня будем рассматривать один – экономический приоритет. И я хотел бы, чтобы, вникая вот в то, что ныне сейчас называется экономикой, вы все держали вот в совокупности все остальные приоритеты, потому что они применяются не по отдельности, хотя и по отдельности есть такое применение, в частности война, а вообще они применяются в совокупности. Просто надо уметь видеть, какой приоритет является давлеющий по отношению к обществу в той или иной исторической ситуации.